Капрал, удачи. Капрал, что нужно? Радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. И я тут узнал, что некоторые из вас сотрудничают с НЭРО. С НЭРО, которые у нас на глазах уничтожили группу выживших. С НЭРО, которые бросили нас погибать во всем этом дерьме. Кто-то назовет этих людей дураками. Но у меня есть другое слово. Предатели. Так вот... Домик администрации. Мне сюда. Теперь найти бы только дрожжи. Кухня. Да. Они должны быть на кухне. Дрожжи. Да. Вот они. Да. Надеюсь, этого хватит. Сент-Джон вызывает лейтенанта Уитакер. Разрешите доложить. Дикон, капрал Сент-Джон, да. Я добыл припасы, указанные в заявке. Дрожжи, их осталось мало. Думаю, хватит. Много не требуется. Просто из интереса. Зачем нужны... Я сейчас очень занята, прошу прощения. Это мы потом обсудим. Конец связи. Ладно. Как помочь? Да чтоб тебе. Мэм?
Слушай, перестань, пожалуйста. Не понял? Я знаю, что все это странно, но ничего не могу поделать. Ну, я живу в казарме бок о бок с кучей какого-то местного отребья, а у моей жены своя офицерская палатка. Не вижу ничего странного. Дик. Она со мной встречается только, чтобы дать очередное поручение. Тоже ничего странного, мэм. Дрожжи, спасибо. А вы хотите что-то испечь? Если нужна духовка, нет, могу нет, достать. Они нужны для создания вирусных белков, которые запускают синтез антител. Но, конечно же, это был сарказм. Хлеб, вирусные белки, мне без разницы. Стой, минуту. Вот. Спасибо. Вы уже говорили. За то, что остался. Да, мам.